Ну что ж, время нового видео, это Genshin Impact. Где-то начал, не знаю, несколько дней назад играть. То есть раньше я вообще, ну, только видел эту игру там, ну, слышал даже, то есть я ее даже не видел, а слышал. И вот решил лично поиграть. Ну, в принципе, это хорошая игра на самом деле. То есть, в принципе, заходить там, не знаю, на несколько часов в день. Есть мотивация. Так. И что произошло? Я недавно открыл 20 уровень. Да, вот у меня 20. И сейчас, я думаю, пришло в первый раз войти... Время в бездну войти в первый раз. Я и не знал, это оказывается далеко. Какие-то новые штуки открылись, их раньше не было, криопапоротник. Продолжаем. Что интересно в этой игре, то что очень много активностей, то есть там квесты по пути попадаются, всякие паки мобов зачищаешь, тоже опыт получаешь, награду. То есть очень много активностей в этой игре всяких. Ну и интересная система со стихиями, то есть я ни в одной игре такого еще не видел. То, что там переходится между стихиями, переключаться. Это вот интересно. Ясно. У меня Лиза почти не прокачана. Ее быстро выносят. Ясно. Игра такая, ну, хардкорненькая достаточно, то есть, не знаю, тебя там станет, и ты не можешь, например, скастовать, вот как сейчас было. То есть такая хардкорненькая игра. Очень интересная тут, прикольная такая озвучка, конечно. У Пайман особенно. Сейчас вот Литую бездну погляжу, ни разу в нее не заходил. У меня у Кэя какой-то артефакт, который ХП восстанавливает при попадании по врагу. В принципе, таким отрядом я всегда играю, вот как сейчас. У меня не особо много героев открыто. Так, еще Ноэль открыта. Кто-то входит, но я, конечно, никого принимать не буду. Чтоб не мешали. Так. Летая бездна. Впервые сюда подошел вообще. Это, наверное, что-то на типа ключей из World of Warcraft. Типа тут всякие эти свойства прокают. Пира, урон всех членов отряда увеличен на 75. Прикольно. Урон статуса перегрузка, он нормально, то есть тебя тут бафают. 25 уровень, ну это я должен потащить.
Наэль у меня в этой... А, у меня еще вот это открылась девочка, но она хилерша вроде. Ну вот этих возьму, как всегда. Ноэль, она у меня в экспедиции вроде. Так. Макс ХП. Ну пусть вот этот вот Макс ХП. Отлично, у меня персонажи отхилились сами. Ну что ж, попробуем. Это вот как, когда персонажей тестируешь, вот такая же хрень. Ну погнали. Зря я утонул. Так, льдом. Блин, у них иммунитет. Донат есть, получается, но я вот не донатил ни разу. Вроде не вижу нужды. Я думаю, можно утонуть молнией. А, блин, они, у них иммунитет. Сука. У них иммунитет. Так, изи. Реликварий. Ну, гоу дальше. Так, еще бонус. Ну, гоу теперь урон. ХП я уже взял до этого. Кстати, можете в игре добавляться в друзья, кто хочет. Ник, вы видите. А, ну с этими уже просто. Это проще, чем эти слаймы. Так, лучника загасить. Come a little closer. You're in for a little...
Так, мини-боссы. Так сказать. Let's spark things up a little. Мне нравится то, что вот эта игрушка Лоэмбер провоцирует врагов, притягивает. Нормально так урон проходит. И ультуем. Так, нормально. Ну и этот этаж, я думаю, тоже пройдем. Так. Плюс защиту, я думаю, можно взять. Почему бы и нет? Сразу стрелка загасить. Тут два стрелка. Блять, заебись. Ну такая хардкорненькая игра. You're in for a little shock. Я так понимаю, что это игра для телефона есть, то есть это отчасти мобилка, мобильная игра. Он так медленно идет. Это уже коррида какая-то. You're in for a little shock. Come a little closer. Готов. Обычно у меня Лиза на тройке стоит. Из-за этого пытаюсь только. Try not to enjoy this too much. You're in for a little... Blink! Oh, now you've got me worked up. Так. Who's this? Come a little closer. Let me amuse myself a little. Блин, не увидел, что кастует. Изи. А, следующий этаж недоступен, ну и ладно.
покажу вкратце оружие. У меня две четвертые пушки, но я на самом-то деле могу пооткрывать. У меня что-то есть. Тут это называется молитва вроде. Вот я себе Ноэль открыл через эту фигню. Ну, гоу прокрутим тогда. Охрененно, сотая рогатка или какая уже по счету. А ну-ка. Угу. Круто. Угу. Охрененный вообще дроп. Даже ничего четырехзвездочного. Угу. О, еще вот тут можно 10 раз. Спасибо, вторая Эмбер. То есть осталось только вот это. Что-то дроп такой, конечно, жесть. Я не шарю особо, но я так понимаю, что хрень какая-то. О, бейдоу. Прикольно. Ну, как-то так. Да, вот это награда. Жесть. Ну что ж, как-то так.